Наши соревнования продолжаются. Сейчас на поле Сбербанк, технологии Мосэнергосбыт. Сбербанк сегодня уже на поле выходил и уступил Московскому банку Сбербанка России со счетом 0-1. Но в целом команда смотрелась очень неплохо, несмотря на то, что для них текущее первенство является дебютным. Уже показали определенную сыгранность и потенциал. Теперь этот потенциал остается только развить. Мосэнергосбыт первую встречу проводит в нашем турнире. Но проводит при этом не первый сезон. Команда нам уже неплохо знакома. И в прошлом первенстве бронзу взяла. 12 матчей, 19 очков заработано, 2 очка преимущества перед основными конкурентами, командой Банк ВТБ и Спецсвязь. Остальные все были ниже, были дальше. Личные встречи в прошлом сезоне, ну, мы, естественно, оценить не сможем, потому что в прошлом сезоне технологии у нас не играли. Ну, вот, например, Сбербанк Московский был обыгран в двух матчах со счетом 3-2 и 6-0. Вот первая опасная атака Мосэнергосбыта. Саша, блок, Саша, блок. Не спешат команды, сейчас было заметно, как неторопливый игрок технологии сначала идет к мячу, потом его берет, потом несет на то место, с которого нужно вводить с линии поля. Ну, практически на прямых ногах-то стоят игроки технологии при обороне. Инициативу, ждут возможности для контратаки. Вот и кажется, что дождались. 3-3. Это был удар. Первый угловой. Технологии пытаются показать контроль мяча. Ненадолго хватило их. Вратарь надежен. Тим Андрей, Тим Андрей, Тим, Тим Андрей, Тим. Столкновение здесь в борьбе за мяч. И все-таки нарушение правил фиксируется со стороны игрока Мосэнергосбыта. Удар.
Хороший опасный получился, но там находился защитник. Стоял, прилепившись к штанге. Сыграно уже 6 минут, но кажется, что команды просто продолжают разминку. Или такой исключительно товарищеский мяч матч проводят. Есть ощущение, что команды играют процентов на 60 от своих возможностей. Отбор на чужой половине поля. Технологии близки были к тому, чтобы счет открыть. Да, может быть, не до конца команды в игру включились, но если случится забитый гол, то он изменит все. Выход 1-1, вратарь уже обыгран, ну далековато ушел игрок с мячом. Позиция ударная была потеряна, а здесь не пошел он откликаться на обратную передачу, не побежал на дальнюю штангу. Вот обменялись голевыми моментами команды. 3 в 2, атака МЭС. Ну, третий защитник уже подтянулся. Бросится передача направо. Ну вот заводятся команды. Как будто бы почувствовали наше некоторое негодование и разочарование от отсутствия настоящей борьбы. Ух ты! Секунды перерыва. Вратарь показывал, что некому просто делать передачу. Размашистой получилась эта контратака. Ну что ж, видимо, все самое интересное ждет нас во второй 10-минутке. Сейчас будет небольшой перерыв, а потом команды, поменявшись сторонами площадки, вновь выйдут на поле. Ну все, пока 0-0.
Итак, второй тайм на поле Сбербанк Технологии и Мосэнергосбыт. Первые 7 минут оставили у нас от игры некоторое разочарование. Но вот в конце первого тайма команды изрядно завелись, провели несколько отличных атак и продолжают действовать именно в стиле и в темпе концовки первого тайма. Да будет так до конца матча и да будет побольше у нас забитых мячей. Потеря. И за такое обычно наказывают. Но исправляется защитник. В подкате ворота свои спасает. Еще один удар по воротам, но мяч по центру летел. Мосэнергосбыт пытается играть более позиционно. Ну, когда они расставляются по площадке, забирают мяч под контроль, технологии, ну, попросту разваливается игра, потому что позиционно обороняться, ну, умеют они не так хорошо, как умеют их соперники позиционно атаковать. Ну и у Мосэнергосбыта бывает ошибка. Здесь фол, второе нарушение, МЭС. Удар издалека. Ну вот опять, как будто некоторую паузу выжидают команды. Снова вратарь на выходе у технологий. Все в порядке с отбором у многих игроков технологий. Пытаются как раз в эти моменты соперника ловить и атаковать. Где разбежаться, набрал скорость, седьмой номер, там опасный рикошет был, и снова сейчас мяч мог попасть в ворота.
Такой хороший, очень раскованный футбол. Удар и неожиданно мяч в сетке проскользнул. Футбольный снаряд между ног голкипера. И Сбербанк Технологии открывает счет своим забитым мячом в нашем первенстве. 1-0. Ну вот теперь пойдет настоящая игра. По крайней мере, мы предсказывали, что один забитый мяч заставит пропустившую команду на 100% активизироваться здесь. Три подряд удара, но ни один из них не достигает цели. Три в два контратака Мосэнергосбыта. Технологии, забив, как будто бы забыли про оборону. Разыгрываем угловой. Слишком много потерь у технологий после забитого мяча. Слишком много. Спокойно, спокойно. Очень спокойно Мосэнергосбыт забивает гол. Но вот включились на 100%. И Сбербанк был к этому не готов. Не думали они, что соперник играет с запасом. 1-1. Фол. Уже четвертое нарушение у Мосэнергосбыта. За шестой будет поставлен 10-метровый штрафной удар. Так, фол или аут? Пятый фол. Вот, 5 фолов у Мосэнергосбыта. Больше фолить нельзя. 5 фолов. Мяч потерян. Да верного разыгрывают каждый момент мессовцы. Да и вратаря ведь выпустили они. Точнее, полевого вместо вратаря, и за это чуть не поплатились. Мяч в штангу попал. Месс собирается играть исключительно на победу. Вот здесь тоже могла быть потеря. Тайм-аут берет Мосэнергосбыт. А то. Надеюсь, что это весь все ваши дети передаст всем честь и все давай.
Не только на субботу, но на субботу. Потому что завтра выборы. Ну? Завтра же выборы не какие-то. Ты не знаешь? Да. Что-то поменяется? Нет. Придем здесь. Эти события как-то связаны? Конечно. Завтра выходной. Итак, 34 секунды до финального свистка. Смотрим, Мосэнергосбыт сможет ли забить второй гол. Сейчас они были близки. Тут попадание в перекладе, но было зафиксировано. Шансы остаются у Сбербанка технологии. Ох, насколько же неточно и неаккуратно. За 9 секунд до финального свистка Мосэнергосбыт показывает, за счет чего удалось им в прошлом сезоне заработать бронзовые медали нашего первенства. За счет опыта, спокойствия и умения сыграть здорово и позиционно, как в обороне, так и в нападении. Можно попробовать сразу поворотом пробить. Все, звучит финальный свисток и счет 2-1.